Всем привет! Мы во Франции, в Лионе. И сейчас вышла на станции Вьё-де-Лион, ну, старый город Лион. И тут такой субботнишний вечер, день. Развал пластинок. Сейчас очень популярна пластиночная эта тема. И давайте чуть-чуть пройдемся. Тут очень много фанатов разных, в общем, мелодий, пластинок, именно винила. Винил очень популярная тема. В Таллине, в Эстонии тоже, кстати, есть несколько магазинов. Так. Какие-то плакаты, постеры. Так, здесь сначала какие-то плакаты старинные. Я думаю, что это репринт. Ну, прикольно. Гансбур. И всякие такие. Тут диски. Диски. Интересно. Ну, все по тематические диски, надо же. Еще ведь раньше были большие диски. Вот это, я надеюсь, винил, про то, что я вам говорила. Или это... Ну, это виниловые пластинки, да. Интересно. Цена, кстати, совершенно нормальная. 15 евро. Вот, посмотрите, это он что там, Pink Floyd достал. Посмотрите. Вот в Таллине есть пару-троек таких магазинчиков с винилом. Мне кажется, там дороже все. Сони Роллинс. Рок-н-ролл. 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 Что там дальше? Тут прямо это культурное мероприятие. Тусят все, тусуются. Это прямо вот как событие, какой-то ивент. Старинные. Эти и старинные плакатики Нью-Йорк. Ну, классно, можно, да, украсить, да? Там вот цена этих плакатиков. Какая цена? Мы с вами смотрели, нет? 12 евро плакат, короче. Ну, не дешево, но прикольно, как много. Красиво можно вот, да, украсить интерьер. 12 евро. Ведь это хорошая напечатанная продукция. Здорово. Тут еще плакаты. Так, я все-таки хочу Iron Maiden. О, Kiss. Кисы. Kiss 27 евро. Red Hot Chili Peppers 30 евро пластинка. А, прикольно. Ну, я буду знать, я буду приходить иногда сюда и сделаю вам более подробный обзор. Металлика. Металлика. 15 евро. Так, Kiss. 30 евро. Так, Guns N' Roses. Нирвана. Ничего себе. Красивые. Во всяком случае, даже красиво, да, поставить, купить и поставить в интерьер пластиночку такую. Ну вот это популярно. Ой, Луи де Фюнес. А что он там делает? Поет, что ли? Ну, прикольно. И все так активно прям роются. А-а-а, саундтрек Pulp Fiction. Ничего себе, ничего себе. Видите, они вот так, он типа популярный. Где они их берут? Даниэль. Какой-то Даниэль. Ну, здорово. Здорово, здорово. Так, и развал книжек. Детские книжки. Да, это очень интересно. Я вам просто так немножко покажу. А потом, когда захочу порыться как следует, я сюда еще приду. Диски 5 евро. Этот гига. Симона Гарфункель. О, вот это женщины. Вот вам 100 евро. Ого. Что это за женщины? Electric Ladyland. Электрическая музыка. Кисы. 70 евро, 79 год. Ну, это, наверное, какие-нибудь коллекционные, да, 70 евро. Это так уж прилично.
И тут так много людей, которые этим интересуются. Это кто? Луи Армстронг? Джаз энд блюз, пожалуйста. Здорово, классно. И вот видите, как много людей интересуются, жмут друг друга руки, покупают книжки старинные, пластинки, плакаты, постеры. Это все такая культура, что такое это, как мы назовем, постмодерн, нет? И это так популярно, ну вот это все. Это все очень популярно. Ха-ха-ха. Прикольно. Потому что там музычка. Тут старая книга, букинистические какие-то моменты. 16 евро, вот какая-то детская книжка. Наверное, очень большой был тираж, что она такая недорогая. Типа букваря или что? Да, интересно, по искусству какие-то, да, книжки. Кстати, недорого. Какие-то эти вышивки. Пабло Пикассо, 14 евро. Кому купить книжку Пабло Пикассо? Это огромный альбом, пипец. Я извиняюсь за выражение, но это 14 евро. Пикассо. Пентюр Леонес. И сколько стоит? Интересно. Пентюр Леонес. Художники Леона, что ли? И я думала, тут много видов Леона. Ну, есть, да, виды Леона. Но немного. Классно. Классно. Как здорово, что я попала. История костюма на французском языке. А интересно, сколько? 22 евро. Не, ну, что-то дешево, да, мне кажется. Художественный альбом. Я вот потом куплю, наверное, посмотрю историю костюма и куплю. Но у меня заканчивается зарядка для аккумулятора. Поэтому сейчас мы с вами вот тут дойдем, посмотрим вот эти еще старые книги. Давайте вы мне заказ какой-нибудь сделаете. Какую-нибудь пластинку мне закажите, я вам привезу. Или... Ну, конечно, своей наценкой. Контрабанда. Давайте буду барыжить какими-нибудь интересными штукенциями для интерьера. Художественными книгами. Там еще что? Тису. Африк. Ткани Африки. Да, прикольненько. Просто слов нету. Я бы вот там прикупила бы пару-трое книжечек бы. Коллекцию. Я люблю художественные альбомы, да. О, тоже интересно. Саон. Традишн. А что цена где? Это вот Леон. Что-то такое в фотографиях. Вот Леон тоже. Здорово. Саона и Рона. Реки, две реки. Классная книжка вот эта. Это все история от Леона. Как это все было и фотографии. Давайте еще вот здесь посмотрим. Саон. Конкретно по реке, короче, тема. Так, тут что еще? Трамвай. Да, я люблю художественные. Гастрономия Леонес, вот, пожалуйста. Гастрономия Леонес. Мне кажется, нам нужная книжка. Таких тут много, да. Прекрасно. Сизье Броде. Сизье. Да, надо же, книжка, посвященная ножницам. Maison Rustique. Шампиньон. Про шампиньоны книга. Кому надо, короче, книгу про шампиньоны, я вам за бешеные деньги привезу на французский. Ага. Говорит, новая эта модель экспозиционная, а у него есть лучшего качества.
А это что, здесь? О, вот это красиво, графика какая-то. Ага. Карикатуры, графика. Это интересная книжка. Обалденно. А. Chaque samedi? Alors moi je vais être là, je vais pas être là pendant 4 semaines, mais sinon chaque vendredi et samedi jusqu'à fin septembre. Ah, merci. Ну, по определенным дням. Так что мне надо сейчас, мне кажется, покупать все. Классно. И тут опять вот эти вот легенды. Боб Марли. Боб Марли. А где тут цена? Тут чуть не написано цена. Обалденно. Ой, Эми Уайтхаус, пластиночка. Няшно. Нирвана, Боуи. Кому что привезти? Какие пластинки заказывать? Я вам привезу самые лучшие. Ну, чуть-чуть накину, ладно. Практически бесплатно. Обалдеть. Маленький принц. Petit prince. Класс, вообще. Я тащусь от этих плакатов. А это надо привезти моей подруге Наташе. Наташе. Она художница и рисует такие. Вот ей надо привезти такие плакатики. Мерлин Монро, я ее обожаю. Она комическая актриса, лучшая. Моя любимая Мерлин Монро. Комик. Ну вот они. Вот это то, что Наташа, моя знакомая, рисует. Эти все красивые. Там такой тоже был. От 12 до 30 евро. Да. Ну, это этого. Гинзбура. Ян Бринкин. Да. Да. Хороший подарок, кстати, да? Плакат такой в интерьер красивый. Прекрасно, прекрасно. Нью-Йоркер. Нью-Йорк стиль. Лион. О, хочу такой себе. Виль де Лион, Франс. Такой, я не понимаю, это репринтные или прям оригинальные? О, что-то он копается, посмотри. За меня попери. Раз, сейчас что-то найдет себе. Какую-нибудь эту. Прада. Помните, я вам говорила, Прада или не Прада? Диор. О-о. Диор. Так, круто. Ну, это еще и культура вот этих комиксов. Всего такого. Да. Я в восторге от такого мероприятия. Давайте я на фоне какого-нибудь плакатика сейчас сниму. Ну, вот такая девушка. Мне кажется, я похожа на нее. Всем безу-безу. Любовь из Франции. Любовь вам и красота французская. А для анимешек, любителей аниме, вот такую красоту. Анимешки. Мы вас тоже любим. Японская, да, тема? Пока-пока.